Для получения транскрипта вам необходимо будет войти в систему Платонос в раздел ЦО «Личный кабинет». Далее нажимаете на кнопку «Заявки», «Подать заявку». Все выбираете «Выдача транскрипта», «Услуга транскрипт». Нажимаете на кнопку «Подать заявку», заполняете мобильный номер и электронную почту. Далее заполняете сведения по заявке. Нужно написать причину подачи заявления, например, для перевода. Ставите галочку «С текстом заявления ознакомлен» и выбираете язык выдаваемого документа. Если на трех языках, выбираете три языка, но для этого необходимо будет заполнить три окошка. Далее загружаете документы. Фото или скан-вариант удостоверения личности. После того, как заполнили все три страницы, нужно будет нажать на кнопку «Подать заявку». Статус заявки подано. Ваша заявка отправлена.